Домашний крем для омоложения кожи, лица, шеи, декольте, вокруг глаз. Подходит для всего. Посмотрите, какая текстура. Впитывается великолепно. Для того, чтобы приготовить его, возьмите одну чашку воды, добавьте 2 столовые ложки семян льна и варите примерно 10 минут, слегка помешивая, пока смесь не загустеет. Когда смесь загустеет, она станет похожа на гель. Самое время добавить 1 столовую ложку зеленого чая. Добавляем. Размешиваем. Выключаем огонь, накрываем крышкой и оставляем остывать. Когда остынет, надо профильтровать, используя марлю. Фильтровать будет достаточно сложно, но нужно постараться для того, чтобы получить вот такой вот гель из семян льна. Когда гель будет готов, да, не забывайте, что посуда, руки, все должно быть абсолютно чисто. Когда будете выжимать гель, старайтесь, чтобы не попадали семечки. Когда гель будет готов, перелейте его в чистую банку. Добавьте 1 столовую ложку геля алоэ вера. Содержимое 2 капсул витамина Е. И 3-4 капли эфирного масла на ваш выбор. В моем случае это масло розы. Вы можете выбрать то, которое вам нравится. Тщательно взбейте гель, и он готов. Храните в холодильнике. Хранится прекрасно в течение 10 дней. Используйте на ночь, как любой ночной крем. Прекрасно разглаживает морщинки вокруг глаз, лица, шеи, омолаживает кожу. Вам понравится.